мы работаем с нашей главной дыхательной мышцей диафрагмой. Без правильной работы диафрагмы у нас никогда не включится кор. Это значит, что даже если мы будем весить 40 кг, плоского живота у нас никогда не будет. Положите руки на нижние ребра, именно здесь у нас находится диафрагма. И сейчас мы будем представлять, что у нас в животе воздушный шарик, и на вдохе мы его надуваем. Делаем вдох и выдох через рот. Вдох, надули шарик, выдох, сдули шарик. Еще раз. Вместе со стопой в одном направлении шло.